Столетие республики. Дагестан отмечает вековой юбилей провозглашения автономии. Первая большая встреча главы региона с представителями СМИ. Какие вопросы были в центре внимания, узнаете в выпуске. Новый окрас Дербентской набережной. Что зашифровал каллиграф-модернист в своих письменах на бульваре древнего города? Смотрите в нашем сюжете. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахметов. Дагестан отметил на неделе знаковую дату своей истории. Столетие со дня провозглашения автономии. Новый статус республики был провозглашен на чрезвычайном Вседагестанском съезде 13 ноября 1920 года. Создание ДАССР стало точкой отчета новой эпохи в жизни республики. Это событие способствовало экономическому подъему Дагестана, создало предпосылки для национально-культурного развития в новом формате. Подробнее о том, как тогда определялась судьба республики, в нашем сюжете. Именно в этом здании ровно 100 лет назад была провозглашена автономия Дагестана в составе Советской России. Решение это принималось в бывшей столице республики Темирхан-Шуре. Зачитывал резолюцию лично Иосиф Сталин. Тогда он был народным комиссаром по делам национальностей. Участие в этом событии принимало более 300 делегатов, представлявших 30 народов Дагестана. Для Дагестана это огромное значение имело, потому что появлялась своя конституция, появились свои законы. Значит, введение языкового, даже как Сталин заявлял в декларации, оно и записано, декларация об автономии Дагестана, чем и привлекли на сторону горцев. Значит, Сталин сказал, если вы хотите жить по законам шариата, которые в целом не противоречат законам социалистического общества, мы даем вам право жить по этим законам. Поэтому эта декларация и была принята единогласно. По словам историков, автономия была велением времени. Новая эпоха требовала иного национально-государственного обустройства Дагестана. Поэтому постулаты той декларации были положительно восприняты многими слоями общества, от дагестанской интеллигенции до простых горцев. Провозглашение автономии республики привело к культурному и экономическому подъему, стало стимулом для национального развития. За вековую историю в Дагестане было реализовано множество масштабных проектов и построено десятки важнейших объектов. Это заводы и фабрики, школы, вузы и дома культуры, дороги и мосты, больницы и электростанции. Провозглашение автономии повлияло на то, что Дагестан нуждался в помощи, в дальнейшей помощи развития экономики и культуры Дагестана. Поэтому они в первую очередь ориентировались не на какие-нибудь иностранные государства, Турция и так далее, ориентировались как раз на Российскую Федерацию. В годы гражданской войны огромные разрушения были, экономика упала. И только в составе Российской Федерации можно было все это восстановить. Примечательно, что сцену провозглашения автономии запечатлел на своей картине первый художник-дагестанец Муэддин Араби Джималь. Правда, на ней нет многих дагестанских государственных деятелей, которые внесли большой вклад в принятие автономии в республике. В их числе Джалалайдин Каркмасов, Саид Габиев и Тахагоди. Ручаться за достоверность изображенных здесь персонажей не приходится. Почему? Потому что большая часть президиума в 30-х годах, в 37-м году была репрессирована. Вот. Ну, ввиду этого художник, конечно, не рискнул их изобразить на своем полотне. Но два человека здесь – это исторические персонажи. Это Серго Орджоникидзе, вот бюст его находится здесь рядом, который тоже внес довольно большой вклад в развитие экономики Дагестана. И сам народный комиссар по национальным вопросам Иосиф Сталин. А еще в музее, как реликвия, стоит стол, обитый зеленым сукном. Именно за ним и была подписана судьбоносная декларация. Декларация, которая, по мнению многих историков, впервые за всю многовековую историю Дагестана объединила все народы республики в единое государственное образование. Патимат Ханапова, Залман Гетихмаев, новости ННТ, Буйнакск, Махачкала. Накануне в Рио главы Дагестана Сергей Меликов провел первую большую встречу с представителями федеральных, республиканских и муниципальных СМИ. Разговор состоялся откровенный.
Журналистов интересовало все, что будет находиться в фокусе внимания главы Дагестана. Территориальное развитие, социальная сфера, земельные вопросы, туризм и культура. Меликов был предельно конкретен и определил главные векторы и сферы взаимодействия, высказав свое мнение. Сегодняшняя встреча с вами и то, что я подтверждаю регулярно в этих встречах, это уже залог того, что мы будем использовать вот наши с вами диалоги такие, да, именно для организации, для налаживания правильного, эффективного взаимодействия. И ни одна структура власти на сегодняшний день, она не способна реализовывать себя полностью без взаимодействия с информационной сферой. Также говорили о необходимости новых форматов сотрудничества власти и общества. И о нежелании чиновников идти на контакт с прессой, когда нужно комментировать проблемные вопросы. Глава республики расставил приоритеты и обозначил свою позицию. Диалог у нас, у меня, у Меликова сегодня с вами состоялся, но Меликов — это не вся власть. Для того, чтобы у нас был налажен диалог власти с средствами массовой информации, а дальше с обществом, для этого требуется время. Давайте мы посмотрим, как это время будет идти, а в ходе наших встреч мы будем эти вещи все корректировать. Что касается министров или других должностных лиц, которые должны отвечать на вопросы. Я согласен с вами, это тоже будет, но это другой формат. Интересовало представителей СМИ многое. И то, будет ли восстановлено национальное квотирование при формировании органов власти, сократится ли количество совещаний на экране, и удастся ли обуздать бесконтрольные паблики, транслирующие негатив и будоражащие людей. Создано огромное количество различных информационных площадок неконтролируемых, будь то там в Инстаграме или еще где-то, вот вы говорили, в Телеграме, где как раз жители нашей республики могут себе позволить говорить все, что хочешь и как хочешь, и порой и вообще непроверенная информация подается так громко. Есть ли такая возможность их контролировать, то есть чтобы они последующие несли ответственность? Абсолютно с вами согласен, что нужно какую-то работу проводить. Безусловно, в этой работе нам не обойтись без таких регуляторов этих взаимоотношений, как Роскомнадзор, вот, другие структуры, в том числе силовые, которые имеют ресурсы, например, органы безопасности, у которых есть ресурс по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, да, и на этом ресурсе можно тоже закладывать, потому что раскачивание вот этой лодки на этом этапе, оно в любом случае потом приведет, Рамазан Джафарович, к каким-то деструктивным действиям или деструктивным площадкам, куда и экстремизм, и терроризм, и все что угодно может быть погружено. Коснулись также вопросов национального достояния республики, да, проблемы зданий, выходящих на языках народов Дагестана, а также знаковых исторических дат и личностей, прославивших республику. Значимая дата 13 ноября 2020 года. 100 лет назад была провозглашена автономия Дагестана в составе Советской России на чрезвычайном съезде. В январе будет как бы столетие официальное. Гребет столетие Расула Мирзатова, нашего великого поэта. То есть я бы просто попросил вас обращать внимание такое пристальное на те проекты, которые будут в контексте этих исторических дат, исторических личностей предлагаться, рассматриваться. Все исторические даты мы должны отмечать, даже в условиях пандемии. Если у нас не будет возможности отмечать их публично, значит, мы опять же должны использовать медиапроекты. Вот вы говорите о медиапроектах, да? Ну и давайте сделаем медиапроект к январю месяцу, если не успеем, давайте сделаем его позже, к столетию образования Республики Дагестан. Давайте готовить какие-то хорошие медиапроекты к столетию Расула Гамзатова. Хотел бы сказать о своей сфере, потому что пандемия резко сдвинула все приоритеты, и национально-культурная составляющая, она как бы осталась за бортом, особенно в этом году. Да и раньше больше занимались экономикой, налогами, очень многие вещи, на мой взгляд, пропускали. Финансирование нашей национальной прессы, оно в разы меньше в подушевом отношении, чем финансирование соседней республики. 6 раз мы посчитали. То есть очень много моментов есть, на котором требуется ваше внимание, и мы рассчитываем очень, я уже от коллег скажу, рассчитываем на это внимание. Я считаю, что особенно в Дагестане национальные издания — это очень серьезное подспорье.
при всем том, что, значит, есть определенные особенности, там, допустим, то, что у нас русский язык язык межнационального общения, да, национальную культуру забывать не должен никто, ее должны чтить, тем более, что она является очень серьезным воспитательным рычагом, особенно для молодежи, которая, к сожалению, все больше и больше от национальных традиций отдаляется. Поэтому я в этом отношении вас поддерживаю полностью. Более 100 призывников из Дагестана пополнят ряды воздушно-десантных войск. Республиканский сборный пункт сформировал команды, которые отправятся в подразделения ВДВ Псковской, Тульской, Рязанской областях и Краснодарском крае. В этом году призывники из Дагестана пополнят ряды сухопутных, железнодорожных войск, военно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения. Кроме того, около 400 новобранцев будут выполнять воинский долг на кораблях Балтийского, Северного и Черноморского флотов. Всего в ходе осеннего призыва будет призвано более 3000 граждан. Махачкала вошла в десятку городов России с самыми конфликтными жителями. Таковы итоги опроса, проведенного исследовательской компанией Zoom Market. Столица нашей республики оказалась на 4-м месте рейтинга. У респондентов спрашивали, насколько часто они стараются избегать конфликтов. Помимо этого, вопросы затрагивали оценку правоты в различных ситуациях, а также ругань с незнакомыми лицами. По словам составителей опроса, чаще всего россияне участвуют в дорожных конфликтах, в общественном транспорте и в магазинах. При этом считают себя конфликтными людьми лишь 9% опрошенных. На аллее героев-медиков в Махачкале начали укладку асфальта и тротуарные плитки. Протяженность парковой зоны, которая тянется от духовного центра имени пророка Исы, мир ему, до Каспийского моря, составляет 1 300 км. На месте побывал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. То, что мы видим здесь сегодня, результат ежедневной кропотливой работы. Каких-то 5 лет назад это место было болотистым и заброшенным пустырем. Но благодаря усилиям муфтията, физической и финансовой помощи простого народа, на этом участке, что между Каспийским морем и строящейся грандиозной мечетью, уже укладывают асфальт и тротуарную плитку. Что касается сроков укладки плитки вот в части, центральной части аллеи, то вот начиная вот от моря, мы ее видим, до моста почти завершена, немного осталось. И вместе с этим мы уже подготовили основание, что и очень много времени занимает, и много усилий надо приложить. От моста до мечети у нас основание завершено, и уже начали ставить плитку. Но по нашим расчетам в течение месяца вот, основная часть аллеи, то есть от мечети до моря, то есть без всякой грязи, пыли, по такой как бы прекрасной плитке люди могут ходить. Местами, вот, где круги, они могут отдохнуть. Это поистине знаменательное событие для всех дагестанцев. Все ближе тот день, когда аллея полностью будет обустроена. По инициативе муфтия Дагестана ее уже назвали в память о героях-медиках, которые отдали свои жизни ради спасения других людей во время пандемии коронавируса. Уложить асфальт на этом участке планируют всего за 10 дней. Работы по обустройству аллеи продолжаются, но уже сейчас горожане прогуливаются по ней, любуются высаженными здесь именными деревьями, а возле берега моря, где заканчивается аллея, катаются с детьми на качелях. Аллею и духовный центр постоянно посещают люди разных национальностей, профессий и званий. Чиновники, ученые, именитые спортсмены. Сегодня это место посетили известные в интернете блогеры. Им провели экскурсию, показали строящуюся мечеть и рассказали о том, что уже сделано и что предстоит сделать. Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Впервые я в такой огромной мечети нахожусь. Я в восторге просто. Нереально красиво. Я думаю, еще будет красивее, когда все построится. Атмосфера такая, просто такое успокоение. Я не хочу отсюда уходить. Эмоции переполняют. Особенно мне понравилось то, что народ может нести свою частичку и может себе, как к себе домой сюда заходить. Вот честное слово. Просто такое огромная красота души, здесь. Да? Зелень, парки, аллея. Просто нет слов.
Проект Духовного центра и аллеи героев-медиков действительно уникальный. Он поражает своими масштабами и, как признаются посетители, удивительной атмосферой умиротворения. У строительства этого объекта нет определенного спонсора. Спонсором является сам народ, представители которого вкладывают в стройку свои силы и средства на всех этапах. При этом свой вклад вносят не только дагестанцы, но и жители других регионов России и зарубежья. Завершение строительства центра запланировано на 2025 год. Еще есть время, чтобы помочь народной стройке, чтобы потом не сожалеть о том, что не успел внести свою лепту в возведение будущей духовной жемчужины Дагестана. Хамза Нурмагомедов, Юнус Гитихмаев, Ибрагим Урсанов, Сагид Сагидов, телеканал ННТ, Махачкала. Жители Дербента снова привыкают к необычному образу своей набережной. Она стала еще более яркой достопримечательностью города после того, как ее преобразил художник из Санкт-Петербурга, Покрас Лампас. О современной каллиграфии в древнем городе и о том, какие слова зашифрованы в арт-объекте, в сюжете Патимат Ханаповой. Кисти, швабры и валики – крупные инструменты и ловкость рук превращают обычный тротуар в произведение искусства, называемое каллиграфити. Покрас Лампас – один из самых успешных молодых художников в этом направлении. Он уже успел расписать квадратный Колизей в Риме, сделать проекты для брендов Nike, Mercedes-Benz и Lamborghini. Теперь его работа представлена и на набережной Дербента. Все мне рассказывали о том, что это не просто исторический город, а город, где огромное количество разных народностей, которые живут вместе много тысяч лет. Мы стали все источники, соответственно, исторические изучать, увидели, что у города есть огромное число различных названий, поэтому каждая из надписей здесь, каждый круг – это то или иное написание слова «Дербент» на различных языках мира. Где-то на историческом, где-то на переводе, там, условно, я могу написать «Морские врата», могу написать «Демир Копы», могу написать, там, не знаю, «Кахулга». Работы художника – это симбиоз древнего искусства каллиграфии, современного стрит-арта и глубоких размышлений на тему будущего. Важно не только, как написано, говорит Лампас, но и что написано. Рожденные им буквы и слова различить сразу сложно, но можно. Поможет в расшифровке информационный стенд, ну и, конечно же, сам художник. Вот это буква «Д», вот это буква «Е», это буква «М», это буква «И», это буква «Р». Видишь, да? Ага, все верно. Дальше буква «К». Это буква «К», которая ближе к каллиграфическому написанию, связанному с латиницей, когда делается петля, а потом добавляется вот такой штрих. То есть она таким непрерывным получается штрихом. «КА» – это «П», это «И». Демир Копы. На этот объект у художника ушло около 10 дней. Работа над проектом проходила в рамках второго стрит-арт-фестиваля «Стена». Организаторы отмечают, что это была редкая возможность привнести в древний Дербент современное искусство. Заполучить его было большой проблемой, на самом деле, потому что если бы не ковид, я думаю, сейчас он рисовал где-нибудь в Испаниях, Америках и в прочих странах зарубежья. Но получилось так, что мы вовремя успели с ним связаться, договориться. Данный холст, можно прямо сказать, что он один из нескольких в мире, в принципе. Каллиграфия сейчас очень популярный формат, и поэтому для самого Дербента это такой довольно-таки грандиозный подарок для города, потому что данная работа будет привлекать, я думаю, огромное количество туристов. Патимат Ханапова, Муса Салтгиреев, новости ННТ, Дербент. Неприятный запах от канализации и сплошное болото. Такая ситуация из года в год складывается в микрорайоне ДСАФ Кировского района Махачкалы. Вода стоит круглый год, образовав целое озеро. К нам в редакцию обратились отчаявшиеся жители, чтобы хоть как-то привлечь внимание властей. В масштабах бедствия разбирала Зумруд Гамидова. Лебеди, дикие утки и даже фламинго. Вот такую картину теперь наблюдают жители микрорайона «Новый город». Поселок затопило сточными и канализационными водами еще много лет назад. Дорог практически нет и ходить невозможно. Жильцы своими силами проложили доски, чтобы хоть как-то добираться до своих домов. А мы вот так каждый день вот перебираемся утром и вечером. А как домой. Давно вообще эта ситуация происходит? Ну, я уже вот здесь почти 3 года живу. Угу. Вот, пожалуйста. Вся картина налицо. Мы куда только не обращались.
во все инстанции. Вот. Сейчас уже и суд у нас был, решение суда у нас есть. У них был срок до 6 октября, чтобы они исполнили это, устранили, вот откуда вытекает канализационные стойки. Это же инфекция вся идет. Зловонное озеро – место цветущего сада. За несколько лет участок Омара Салимова превратился в болото. Мужчина постоянно подсыпает землю вокруг дома, но это не спасает. Почти 2 метра там глубина вот это, под этим подходит. Вот до фундамента еще к концу месяца уже вот здесь будет вода стоять. Вот так уже вода будет здесь стоять. А там же выше, вот здесь она просачивается, все равно вот сюда выходит вода. Свои беды люди связывают с масштабным строительством по соседству. А все дело в том, что вода накапливается из-за непроходимости дренажного канала, русло которого самовольно изменил хозяин вот этой постройки. Обычно при строительстве делается отвод воды с территории, где есть грунтовые воды. Здесь же просто сверху засыпали землю. Застройщики забетонировали все дренажные каналы и построили на них высотки. Так и образовалось это болото. Эта вода идет вдоль дороги Казбекова улица, проспект Казбекова, федеральная трасса сейчас, которая идет, где оригинал заправка, чуть выше К4, коллектор К4, до коллектора К4, вода идет в К4, основном, который кирпич пилят, мойки там, вдоль дороги, эта вода была просто для сточных вод, которая сделана, канавка вдоль дороги, превратили в канализацию. С тех пор, как проезжая часть превратилась в полосу препятствий, сюда отказываются ехать даже машины скорой помощи. Переболевшая ковидом Хадижат Магомедова с температурой была вынуждена добираться в больницу сама. По словам жителей, они уже обращались в мэрию с жалобами, но никаких мер предпринято не было. Местные называют происходящее чрезвычайной ситуацией. И каждый год вот так обещали. Сколько меры поменяли? Обещали. Сколько президентов? Никто ничего не приходит, никто ничего не делает. Сейчас тоже он говорит, так кто-то пришел, не будет делать. Они обещают и все. Один разговор, больше ничего нету здесь. Отчаявшись, люди просят администрацию принять все меры, чтобы помочь бедствующим жителям. Первый же дождь, вот здесь люди в сапогах проходить не могут. Катель ноября. Да, там вода стоит, там вода. А здесь дети ходят в школу, здесь люди на работу ходят. Обращаем, хотя бы это администрации какую-нибудь помощь. Машин 10 вот засыпат и грейдер пустит по этой дороге, пока дожди не начались. Если можно такое это. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в управление городского ЖКХ. Там говорят, проблема решаема, но необходимо финансирование – минимум 5 миллионов рублей. Проект, разработанный управлением ЖКХ, предусматривает укладку труб диаметром 800 мм, общей протяженностью 340 метров. Сейчас разработана сметная документация и включена в бюджет на 2021 год. Вот, если эти деньги будут включены в бюджет на заложены в бюджет на 2021 год, администрации города, то мы можем в следующем году приступить к этим работам, определить подрядную организацию, кто будет этим заниматься, и начать работу, чтобы в дальнейшем не затапливались участки микрорайонов. Сегодня в микрорайоне сотни домов. Кроме того, он активно застраивается, и даже несмотря на плачевное положение соседей, кто-то по-прежнему пытается урвать лакомый кусочек и стать полноправным жителем местной Венеции. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Министерство труда Дагестана совместно с МЧС бесплатно установило многодетным семьям пожарную сигнализацию. Основная задача этой акции – существенно сократить количество пожаров и предотвратить гибель людей. По мнению специалистов МЧС, именно у этой категории граждан чаще всего возникают пожароопасные ситуации. Тему продолжит Алина Багелова. Проходит рейд по домам малоимущим, где есть дети-инвалиды, где есть пенсионного возраста люди, которые не могут себя сами обслуживать. Мы проверяем места их проживания,
смотрим, чем можем мы им помочь. Первые датчики дыма установили в доме Амината Изиевой. Женщина одна воспитывает 9 внуков. Семья находится в тяжелом материальном положении. Социальные работники решают не только коммунальные проблемы, но и стараются помогать продуктами, теплой одеждой, обувью для детей и даже оказывают психологическую помощь. На данный момент в городе Каспийске 62 семей у нас на обслуживание. Мы предоставляем услуги, материальную помощь, предоставляем одежду, продуктовые наборы. Юлия Шахшаева – многодетная мать. Считает, что пожарная сигнализация должна быть в каждой семье, особенно где есть дети. Безработная мама воспитывает 5. Мальчики часто любят готовить самостоятельно. Невнимательность и халатность детей может привести к трагическим последствиям. В ее квартире сотрудники МЧС также установили пожарный звуковой извещатель рядом с газовой плитой. Установили датчик, дымовой извещатель. При попадании дыма он начинает громко издавать звуковые сигналы. Вы можете его спокойно снять, если вы заметите, что на месте он начал звенеть. Вы можете спокойно его снять, отключить и обратно поставить, там легко его демонтировать. Это мы поставили на такой участок, где наиболее часто возникают пожары. Это газовая плита, электрическая вытяжка. По словам пресс-службы Министерства труда и социального развития, подобные мероприятия в городах и районах республики станут постоянными. Алина Багилова, Муратбек Барзов, телеканал ННТ Каспийск. Впервые в Дагестане для депутатов провели образовательный модуль. В нем приняли участие более 80 человек. В качестве экспертов выступали специалисты из Москвы. Главная цель мероприятия – повысить уровень грамотности местных депутатов для качественного взаимодействия с населением и улучшения жизни людей. Подробнее наши корреспонденты. Идея создать образовательную площадку для депутатов у руководства «Аспатриоты» возникла после того, как из состава актива организации депутатами разных представительных органов по всей республике стали более 300 человек. Однако участвовать в образовательных семинарах захотели другие представители органов власти. Для решения проблемы людей человек должен быть компетентным и грамотным. Но выявили потребность, оказалось, что эта тема интересна всем. И сегодня у нас здесь принимают, в данном образовательном модуле, принимают участие депутаты разного уровня, городских, сельских, районных. Мы надеемся, что подобные образовательные модули, они поспособствуют развитию парламентаризма в Дагестане. Участники модуля рассмотрели 3 основные темы – правотворческая инициатива депутата, новые политические технологии в работе депутата и работа с обращениями граждан. В качестве экспертов выступили специалисты из Москвы. Каким образом сегодня можно делать жизнь своих муниципалитетов лучше, вкладывать в развитие, вкладывать в благополучие граждан? Мы привезли с собой реальные кейсы, расскажем об этом нашим коллегам. Очень надеемся, что наше сегодняшнее здесь присутствие будет для ребят полезным, и мы сможем, может быть, даже в последующем выстроить какие-то общие проекты. Основная аудитория в зале – это молодые люди, впервые вступившие на политический путь. Они приехали из разных муниципалитетов республики с надеждой улучшить качество своей работы. Для нового депутата, для молодого человека, который верит в будущую политику и республики, и страны, это большой толчок не только для карьерного роста, но и, опять-таки, как я говорил, для понимания проблемы на местах, например, я с Табасаранского района, селения Татель, и решить эти проблемы совместно с населением. Организаторы мероприятия уверены, что подобные образовательные модули, а также созданное ими сообщество «Депутат в политике» станут эффективными площадками для раскрытия потенциала депутатов в Дагестане. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, поселок Тюбе. Теплосети проверили в домах подопечных центра соцобслуживания в Дербентском районе. Готовность к отопительному сезону и исправность оборудования оценили сотрудники Минтруда совместно с представителями «Газпром» газораспределения. Подробности рейда в следующем материале. Обогреватели низкого качества и с нарушением установки. С наступлением холодов чаще в малоимущих семьях Дагестана появляются дешевые теплоприборы, которые нередко приводят к трагическим последствиям. Факты неправильной установки и обогреватели сомнительного качества были обнаружены в ряде домов подопечных центра соцобслуживания. Выявлен этот отопительный прибор несертифицированный. Это во-первых. Во-вторых, проведена шираковыми трубами, пластика, которая запрещена
их надо менять, и надо менять тоже рукава, которые на этой печке. Ну, это недоделки кое-какие сейчас сделаны, но придется менять трубы. Без обслуживания внутридомового газового оборудования живут и пожилые супруги Гончаровы. По словам специалистов газовой компании, доступ к отопительному котлу ограничен. Отсутствует вентиляция, конструкция мешает провести профилактические работы. До наступления холодов хозяева дома обещали самостоятельно разобрать коробку. Газовики на бесплатной основе проведут обследование и ремонтные работы. Муж с женой таким гостям в доме всегда рады. И, несмотря на множество выявленных проблем, зазывают их в гости с улыбкой на лице. Ну, спасибо, что пришли. Давайте, приходите, заходите на чай все. Вот. Угу. Как говорится, посидим, и еще, там еще поговорим. Да. Одной из многодетных семей руководитель Центра соцобслуживания района пообещал провести ремонт и полную замену труб за свой счет. Такие рейды будут проводиться регулярно, ведь подопечные Центра соцобслуживания – это та категория граждан, которая особенно нуждается во внимании, считают в Минтруде Дагестана. К сожалению, ежегодно из-за неисправности отопительных приборов довольно часто происходят трагедии, и наша категория граждан относится к наиболее уязвимой в этом плане. Поэтому Министерство труда совместно с работниками «Газпрома» проводит профилактическую работу по устранению нарушений. Кроме профилактической работы, по словам министра, в скором времени в многодетных малоимущих семьях бесплатно будут установлены противопожарные системы. Хадижа Курбанова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербентский район. На неделе свое 65-летие отметил народный поэт Дагестана, председатель правления Союза писателей республики Магомед Ахмедов. В центре творческих поисков поэта – размышления о судьбе человека в современном мире, смысле его жизни – произведения Магомеда Ахмедова посвящены Дагестану, его истории, культуре и традициям. В литературном мире его знают как духовного и поэтического преемника Расула Гамзатова, поэта, бывшего ему другом и наставником. Подробнее в сюжете моих коллег. Он приехал в Махачкалу 14-летним мальчиком из селения Гонода Гунибского района. Пришел в Союз писателей с недетскими стихами о горном туре. Тогда он и подумать не мог, что песня на его слова станет народной, а стихи и поэзия будут смыслом его жизни, а наставником окажется сам Расул Гамзатов. В этой тренде не было. Я наизусть знал свои стихи и начал читать. Я думаю, кого-то выбрасывать не будут. Я прочел стихи. Я одно прочел, второе прочел. И остановился автомат, говорит, ну что, Магомед, как? Он говорит, чтобы знать вкус меда, не надо целую бочку есть, говорит, хватит и одной ложки, мы поняли этот момент. Его проникновенные, затрагивающие серьезные темы стихи – это поэтический отклик на все, что происходит в жизни. Классическая формула – трещина, расколовшая мир, пролегает через сердце поэта. В стихах Магомеда Ахмедова также переживания за судьбу родного края, заботы о сохранении корней, обычаев, нравов и традиций горцев складываются в единую картину мира поэта. Неотъемлемая часть его творчества и духовная лирика. За каждое мгновение жизни нам придется как-то ответить и перед Всевышним, и перед самим собой, и перед миром. А стихи тоже есть это ответ поэта, да, перед Всевышним. Если ему дан был Божий дар, он должен за него отвечать. Фазу Алиева, Расул Гамзатов стали ключевыми фигурами в поэтической и человеческой судьбе Магомеда Ахмедовича. Вдохновитель, учитель, наставник и просто друг. Именно так он отзывается о народных поэтах, с которыми посчастливилось работать и дружить долгие годы. Люди с большой душой, вообще огромным сердцем. Они вообще удивительные были времена. Мне очень повезло со старшим поколением. Они всегда меня поддерживали, всегда относились ко мне как к сыну. Если бы они не встретились, может быть, моя судьба бы вообще по-другому пошла бы. Для Магомеда Ахмедова религия, как и поэзия, является неотъемлемой частью его жизни. По его словам, именно вера помогает открыть до самых глубин свою душу, вытесняя все ненужное. Я очень благодарен Саиду Фанди вообще за вот это вот
как это даже назвать, я не знаю, это какая-то аура, которая от него идет, это его тепло, это его совершенно непонятная какая-то улыбка, которая тебе все убирает, все плохое, и когда тебе заставляет. Я выходил и думал, когда я приходил к нему каким-то внутренним тяжелым состоянием души, и когда выходил, думал, ничего плохого в этом мире не будет, пока есть такие люди. Понимаете, вот это ощущение должно быть и в поэзии тоже. Если прочитал ты стихотворение, это ты должен после этого стихотворения, если на твоей душе стало как-то легко, на твоей душе стало как-то хорошо, ты почувствовал какой-то воздух свободы. Поэт, переводчик, критик, публицист Магомед Ахмедов представлял дагестанскую литературу в Москве и Якутске, Стамбуле и Иерусалиме, Тегеране и Ханое. От горского мальчишки-школьника до студента Московского литературного института имени Максима Горького прошел он большой путь профессионального становления. Магомед Ахмедов – лауреат многих литературных премий, в том числе знакового звания. В свое время мастер слова был признан лучшим поэтом России. И хоть сам он относится к этому философски, факт остается фактом. Поэтический мир Магомеда Ахмедова стал известен далеко за пределами Дагестана. Магомед Ахмедов – это один из выдающихся современных российских поэтов, дагестанский российский поэт. Я много его переводил, он известен в России. Его переводили многие современные российские поэты на русский язык, на другие языки нашей великой Родины. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья.